Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Киберпанк. Что это, блядь, за колеса? Что? Как, это типа ветряки такие, что ли? Ты не сразу заметил, думал, спицы какие-то. Ладно, давай-ка глянем, что здесь. Залезть можем? Каукас, блядь. Каукас. Каукас не можем залезть. Что, блядь? Что тут, мусор, блядь, выкидывают, что ли? Я подбираю. Ты кто такая? Красотка, блядь. Ладно, хуй с ним, не будем выяснять, кто тут чё. Позвонить мистеру Хэнсу. Позвонить мистеру Хэнсу. По какой хуй нам это сделать? Кто-нибудь помнит? Никто не помнит. Так, второстепенное задание. Низкий уровень сложности. Позвонить мистеру Хэнсу. Подождите с мистером Хэнсом-то. Средний. Тут тачка. Тут у нас чего? Тут средний уровень. Я предлагаю, знаете, как сделать? Вот так сейчас вот поедем, так вот по кругу. Все задание сделаем. Сюда заедем. И потом уже к панам Палмер отправимся. Я думаю, так будет круто, блядь. Так, что у меня нихуя не... Здорово, ты где? GPS не работает? Почему? Не знаю. А, вот заработал. Заработал. Блять, кривая хрень не работает. Ёб твою мать. Вот. Стой, подожди. У него заблокировано переднее колесо. А как нам тормоз-то разблокировать? Нет, у меня джойстик вообще выключен. У меня кнопка какая-то залипает. Я думал, блять. Нет. Ручник, но ручник. Нет. Это 100 баллов, блядь. Какой-то баг ебаный. Почему? А сейчас я как-то поехал, интересно знать. Все, вообще ехать перестал. А ты что-то нажимаешь-то? Слушай, она ручку-то крутит, блядь, между прочим. Короче, я не знаю, блядь, что за хуйня. Вот машина стоит, давайте просто ради интереса. Я не знаю, пиздов нам дадут за то, что... Что? А, ее нельзя взять. О, блядь. Не знаю, вот ничего не нажимаю. Сейчас нажимаю кнопку вызова мотоцикла. Тоже нельзя угнать. Ты, суки, жадные. Вызываем кнопку вызова мотоцикла другого, допустим. Я не могу вызвать здесь мотоцикл? Какого хуя, блядь? Ты ж, бляха, вот, вот, все, можно. Другой, другой, вот, который нас наебали за 130 штук. Так, где он? Вон он где-то тут. Арч. Назаре. Стой. Вот, садимся. И что мы видим? И он едет, блядь. Что это за хуйня? Это баг, блядь. Это стопудов баг. Ничего у меня не залипает. Я сначала думал, что кнопка может какая-то залипать на джойстике. Или еще что, или на клавиатуре. Нет, нихуя. Ничего же вот не нажимал, сами видели. Просто, блядь, вызвал другой мотоцикл и баг прошел. Что за хуйня? Это раздражает на самом деле. И в начале, когда мы начали проходить эту игру, такого бага не было, блядь. Такого бага не было. Что здесь такое? Кто-нибудь мне может объяснить? Там какая-то база. Ох, блядь. О, телепорт, смотри-ка, открыли. Открыт телепорт. Ну и хули. Звонить-то будут нам? Тут звонить-то, блядь, всех. Ну и жесткач. В натуре, блядь. Живые моды. Чё скажешь, Джонни? Фотосессия. О, Джонни съебался. Получена карта доступа. Фотосессия явно не задалась бы. Судя по всему.
костюм. Так, у тебя что-то хорошее вообще есть. Очки из укрепленного пластика. Это отлично. Вот тачка есть. Так, тут закрыто, блядь. Выполни это самое. Сразу давайте глянем, что у нас за очки. Мне просто интересно. Но они, наверное, хорошие, блядь. Бля, хуже. Серьезно? Эпическое. И это эпическое. 45 брони, 52. Твою мать. Ну и хуй с ним, давай уничтожим. Пизду все. Ладно, два очка навыков у нас, кстати, есть. Это, кстати, машина-то, блядь, бронированная. Но не суть. Ладно. Так, что здесь? Чемодан. Мистер Уайти, кристалл. Какой-то мистер Уайти. А что делать-то? Сесть в машину? Зачем? Так, это и было задание? Сейчас не понял, блин. Позвонить мистеру. Что за... Блин, мне что-то игра лагает нахуй, не знаю почему. Даже крышечку открою, блин. Что-то подлагивает сегодня. А в чем прикол задания-то было? Просто не в курсе, блин, как бы. Ладно, похуй. Поехали дальше на следующее задание. Прямо на этой тачке поедем, чтобы не пересаживаться на мотоцикл тут 50 раз, блядь. Да, конечно, на тачке не так быстро получится, но хули сделаешь-то. Ой, блядь. Тут пустошь, с одной стороны. Деревьев нет практически, кактусы только вот эти вот, блядь, дурацкие. И вот эти вот кустики, блядь, не знаю, как это называется в прериях. Не знаю, как у вас это называется. У нас это какие-то кустики. Тоже что-то есть. Я не понял, на самом деле, что за прикол. Но там, может быть, надо было что-то прочитать нам. Ой-ой-ой, сейчас будет больно, наверное. А может, не будет. Ох, ебаный рот. Так, камни, блядь, просто рассыпались, блядь, в труху. Затаранили, блядь. По такому же полю в «Назад в будущее», в третьей части, блядь, там вот перед кинотеатром разгонялись, блядь. Примерно такая же местность была. Кирпич, километр. Блин, вот почему мне нравится мотоцикл. На нем бы уж туда приехали бы. А тут переворачивается, что-то тормозит она, блядь. Машина имеется в виду. Да и я тоже, блядь, порой. Вот, тихо, затрясло, блядь. Затрясло, как припадочно. Сесть в машину. Ну что вот это такое? Кстати, многие эти самые ветряки не работают почему-то. На нахуй. Обезвредить преступники, найти улики. Давайте уж сами как-нибудь, блядь, без меня тут обойдетесь. У меня и так уже 62-я серия, блядь, игры, нахуй. 62-я, по-моему, я не знаю. По-моему, длиннее только Ассасин был третий. Так, что тут происходит? Где? 100 метров. Но тут игра-то еще не кончается. Тоже машина какая-то? Так, кто-то звонит. Реджина. Стилеты охотятся на кого-то в пустошах. Говорят, на какого-то психа. Проверишь? Если там киберпсихопат, не убивай его. Хотя бы постарайся. Мои знакомые могут взять его на экспериментальную терапию, но на мертвых она не работает. Подробности высылаю. Машина в воздухе висит. Ну а что, нормально. Ржавый, мертвый ржавый стилет. Так, задание. Ну-ка, давай посмотрим. Кажется, какой-то фанатик ходит по пустошам и насильно обращает стилетов в свою веру. Во всех местах, где находили трупы, незадолго до этого видели сурового пожилого мужчину. У него за плечами может быть армия. Так что не теряй бдительности. Так, это баба, боеприпасы и деньги. Баба. Ничего такая. Баба-то. Тачка в воздухе. Просто в воздухе, бля. А чё нет-то, блядь? Левитирует, нахуй. Она не едет даже, блядь.
Я вот газую, блядь, она просто... Блядь. Просканировать местность. Вот еще мертвый. Так. Причина смерти... Снайперская винтовка? Да ты че, блядь? Так, а тут что такое? Следы. Следы человека, убегавшего. Просто убегавшего, блядь. Так, так, так. Я что, в охотника теперь играю? Куда идти-то нам? Найти кибер... психопата. Там, кстати, какой-то чувак стоял вот на дороге. Мне интересно знать, кто это такой был. А он до сих пор там стоит, кстати. Что не так, блядь, с транспортом? Что вы сделали, суки? Что за обновление испортило транспорт? Ты чё стоишь тут? Чё тебе? Всё наладится. Да? Что у тебя с автомобилем? Да, бляха. Это, может, какая-то для задания баба-то. Просканируй территорию в поисках подсказок. Сейчас пойдем сканировать. Мы человек-сканер, блядь. Сейчас, подождите. Там у бабы все наладится, так что похуй. Наладится, значит наладится. Чего лезть, блядь, в чужую жизнь, правильно? Где-то, сука, засел, меня интересует. Так, так, так. Подсказки. Машина. Тортон, Колби, CX-410 бьют. Это мой, блядь, что ли? Это ебаный рот. Так, а вот это летающее говно. Квадра. Ну, киберпсихопата в ней нет. А багажник, кстати, открыть, блядь. Ну-ка. О, блядь. Ты как в шкафу, ну. Как в шкафу. А куда там следы-то выводили? Стой, 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 я что-то вижу, следы ног, смотри-ка. В натуре что-то есть. Ну-ка. О, все. Вон еще я вижу там. Следы шин. Следы шин. Следы ног. Что-то, труп? Да, гляди. Так, еще одна светошумовая бабешка. Это мужик. Не, мужик вроде, блядь, да? Да. Так, ох, машина разбитая, смотри-ка. Горит, блядь. Ебать, тень от нее, да. Опасная зона. Между прочим. Так. Деньги. Вон, наверное, вот в той будке, блядь. Блядь, тоже висит, летает машина. Все машины летающие сегодня. Сесть могу, да? Ну-ка. Все, поехали? О, нормально. Охуительно, блядь. Просто охуительно, блядь. Так, все, выходим. Я хочу такую машину в гараж, блядь. Там радио даже работает, прикиньте. А где он? А, вон он. Крит. Перезаряжать надо. Еще крит. Я забыл, что у нас винтовка-то, блядь, умная. Настолько, что каждый раз перезаряжать надо теперь. Ты чё, сука, куда ты съебал, блядь? Эй, петушара, блядь, ты где? А-а-а. Ну прицелься, блядь. Что, он подлечился? Или это другой, блядь? Сейчас не понял. Блядь, что происходит, сука, с игрой? Я не понимаю. Мы завели, блядь, горячую тачку. Поехали без колес. Есть крит. Но у меня не целится оружие-то. Я бы... Ну, не, попадаю, попадаю, точно попадаю. Ну, походу, лечится, что ли, блядь. Тоже не дурак, блядь. Так, 600.
У него здоровье, блядь, как... Здоровье, блядь, как у лошади. Давай, морду. Так, есть крит. Еще чуть-чуть. Зион Уайлд. Эй! Блядь, нихуя себе. Зион Уайлд. Умная винтовка не попала. Она не целится, кстати, вообще. Нету наведения. Ты ёптвою мать. Блядь, я не знаю, почему, что за хуйня сегодня с игрой. Вообще хуже, чем обычно, блядь. И крит не прошел. Хуже, чем обычно, игра работает, блядь. Да в ёпты мать, почему в забор, блядь? Почему ты, сука, снайперская умная винтовка, блядь? На нахуй. Мимо, блядь. Нету наведения на него. Я не знаю, почему. Может, он там какой-то спецприем применил? На, сука. Главное, ничего не пропустить. Спецприем какой там применил? О котором я не знаю. Васке спас. Блядь, ебаный рот, я знаю этот звук. Это не очень хорошо. Подожди, так я сохранюсь нахуй. Пизда. Есть лестница? Отлично, блядь. Отлично просто. Я как чувствовал, блядь, как чувствовал, надо сохраниться. Загрузка. Я прям вот здесь сохранился перед лестницей. Обалдеть. Так, ладно, там, значит, заминировано у нас все. Хорошо. Сейчас как-нибудь пройдем мимо. Не, вы видели, как мы на машине без колес ехали? На горящей причем. Я причем сел, как этот, блядь, призрачный гонщик, блядь. Так, где тут мина? Где растяжка, я не понимаю. Вон она, блядь. Да, естественно, я по ней не попаду, блядь. И тут тоже, да? А как мне туда залезть тогда? А, мина, вот. Ты ж, бляха. Блять. Сука! Живой, живой. Не задело. Там осталось процентов 10, блядь. Или меньше, или здоровье. Так, ну что, псих? У тебя что за оружие-то хоть было? SOR-22. Так, прочитать сообщение. Что-то узрел свет он. Ну давай. Я его убил? Он живой, блядь. Не пиздеть. Не пиздеть. Мне очень не нравится наше оружие, блядь. Из-за того, что оно умное, оно. Так, где эта самая хуйня? SOR-20. Что? 63 урона. Че, блядь, смеетесь, что ли? Эпическое к тому же. У меня самодельное это говно, блядь. Ашура, блядь. Да не, она нормальная, когда криты выдает. Мне в прошлой серии... она мне нравилась, блядь, надо признать. Это что тут за херня? Набор одежды? Ни одного. У меня их 3 должно быть, по идее. Так, все, понял. Сегодня игра не работает. Не работает. Отправить режим информацию. Ах, блядь. Так, журнал, информацию. Давай. Этот, что ли? Информацию отслеживать. Цель, закрыть цель. Как мне отправить-то, блядь? Эй. Это? Отслеживать? А, подожди. Ну... Блять, ну неужели мне надо листать в сообщении? Ёпты мать. Что, издеваетесь, что ли? Где? Да не по нам, блять. Где-то пизда. Реджина, вот. Вот. Фанатик обезврежен. Его зовут Зион Уайлд. У него какие-то перегоревшие армейские импланты. Он приносил стилет, приносил стилетов в жертву божествам Лоа.
чтобы они открыли ему путь в некую святую обитель. То ли он слишком много молился, то ли неисправные протезы как-то повлияли на мозг. Но что-то пошло не так. Может, у тебя получится разобраться? Отправляем сообщение. Я нарыла кое-что на этого Зиона Уайлда, это пишет нам Реджина. Он участвовал в нескольких военных операциях, прежде чем исчезнуть с радаров. Один раз был задержан за то, что отливал у здания мэрии. В итоге осел где-то в Пасифике. Время от времени брал работу от бывших сослуживцев. Видимо, в эту веру он обратился совсем недавно. Ну все, нахуй, пизду со своей верой, блин. Так, все есть. Приступ киберпсихоза. Приступ кибер... Где у нас автомобиль твой? На котором я приехал. А он тот, интересно, заведется, блядь? Вот этот. Блядь, машины-то нету больше. Ты, ёб твою. А так хотелось. В последний разик прокатиться, блядь. Не, что, серьезно, что ли? Нету машины твоей? Блять, я хотел автопарк себе взять. Ну-ка. Нет, видимо, не заводится. У тебя колес тоже нету. С другой стороны, почему? Заперто. Очень печально. То, что она не заводится. А здесь что? Уровень опасности средний. Не понял, блять. Прям рядом он что-то, блядь, 200 метров. Даже вызывать ничего не буду. На мину главное не пиздануть, не наступить. Случайно. Было бы очень... нехорошо. Так, закрыто. А могу? Нет. Не могу пролезть вниз. Итак, 150 метров. Всего-то лишь. Дакота! Я хочу подключить тебя к новому заказу. Мне кажется, тебе прилив адреналина не помешает. Посреди минного поля на пустошах стоит автомобиль. Тебе нужно его оттуда вытащить. Конечно, не исключено, что ты подорвешься, но давай честно. Вся наша жизнь – одно большое минное поле. Детали отправила. Так, я вам там дроном наебну. Вот так она охуительна, когда захватывает цель. В 71-м пустоши минировали все, кому не лень, а разминировать их никто не удосужился. После как несколько человек осталось без ног, большинство держится от минных полей подальше, но только не контрабандисты. У них там свои маршруты. Они люди рискованные, но в уме им не откажешь. Там, где мины, границу никто не охраняет. А теперь слушай. Прямо посреди минного поля стоит машина одного такого человека. Может, у него горючего не хватило, может, сердце остановилось, а может, он просто погулять вышел. Кто знает. Да это и не важно. Важно то, что я не знаю путей, по которым он там ездил. А это хорошая возможность нанести их на карту. Доберись до машины и прикати ее ко мне. Я знаю кочевников, которые щедро заплатят за данные по маршрутам. То есть ты мне хочешь... А раньше, блядь, почему мне не сказали про минные поля, блядь? Суки, вон вижу одну. Ну вот, блядь, ну почему она, не понимаю, не попадает по мине? Так, 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 я их вижу, между прочим. Так-то. Надо поаккуратнее просто, вон еще одна. Не попадаю? Только с прицелом? Странно. Чему я, блядь, удивляюсь? Так, найти машину, вон тачка стоит, мина. Есть... Ты легендарные компоненты предметов. Вон еще один дрон, кстати, летает там. Тоже хочет что-то спиздить. А, сука. Между прочим, крит-то не прошел. А вон еще один, блин. И этому не прошел.
Танцы на минном поле, блядь. Дай хоть сохранюсь, блядь. Танцы. Сейчас тут дотанцуемся. Так, вижу мину. И не одну. И не две. И не три. Еби твою налево. Это что, мне показывает, сколько патронов? Нихера себе, смотрите, я не заметил даже. Дисплейчик он есть. С левой стороны от коллиматорного. 30 пулек в обойме, 652 всего. Неплохо. Необычные компоненты предмета. Слушай, с них нормально так попадать-то. Необычные компоненты. А вон человечек. Так, где дрон-то, блядь? И... О, черт. Блядь. Еще один идиот решил, что судьба ему улыбнулась. Ну так, может, и улыбнулась бы. Если б не передоз. А чего еще ждать от мальстремовского говна? Оно по мозгам дает крепко. Это только для их выжженных синапсов в самый раз. А где-то в Альбукерке, наверное, ждет девчонка. И не знает, что у малыша Джера мозги уже превратились в кисель. Итак, нам надо тачку пригнать, да? Сквозь минное поле. Звучит неплохо, но сейчас я до дрона дойду. Возьмем предметы. Необычные компоненты. Необычные компоненты. Бомбермен, блядь. Так, все, садимся в тачку. Пригнать машину. Какая-то разъебанная вся. Видимо, уже подрывался. Блядь. Так, стоп, мина. Есть. Еще одна. Есть. Нам бы на дорогу выйти, блядь. Так бы хуй с ним. С минами-то. Так. Мины. Ахтунг, ахтунг. По-моему, мины кончились, нет? Похуй, поехали. Все нормально. Мин нет, точно вам говорю. Спокуха. Так, в дерево, блядь. Тихо. Не въебаться, блядь. Мы с ним дерево, блядь. В эту вышку бы не уебаться. Со страшной силой. Блин, ну 2 километра. Ох, ебана. Ох, нихера себе, блядь. Вот это я выдал. Вот это я тут. Ничего себе. Так, аккуратнее надо быть с автомобилем, иначе у нас не все получится доставить до Коти. А хотелось бы, чтобы доехало как можно больше, точнее. Блин, ну на самом деле, а почему мне показывается километр... Вот, GPS. То нормально работает, то тоже через жопу. Вообще непонятно. Главное, чтобы записывалось у меня все ровно. На, нахуй. Так. Кактусы. Будет смешно, если сейчас здесь на мини подорвемся где-нибудь. Ну, тачка, это 100 баллов, она была разъебана уже. Я, кстати, не посмотрел морду. Может, и морда-то была разъебана. Потому что ее нету практически. Но я же не мог так сильно уебаться, блин. Так, это что тут за поселение? Опасная зона, между прочим, блин. Лучше там не появляться, судя по всему. Я очень долго, очень, точнее, далеко я уехал. От заданий. Вот здесь мы были, по-моему, уже, кстати. Уйди, сука. Да, здесь мы броневик пригоняли. На тебе, блядь. В целости. То, что надо. Мне нравится, как ты работаешь. До новых встреч, сестра. Заказ закрыт. То, что доктор прописал. Давай глядеть. Давай глядеть. Тут что у нас? Машина. Здесь заданий больше нету. То есть осталось, по сути, 3 задания. Вот здесь вот.
И там по кругу пройдемся. Сколько? 2300, блядь. Не обойду. 2300 всего лишь. Где у нас мотоцикл? 31 метр от нас. Не понял? Вон там. Хуль ты сигналишь, блядь. Давай садись, ёптай, блядь. Там километр ехать. Все нормально. Все нормально. Мотоцикл-то гораздо веселее, интереснее. Ну, водичка есть, ничего себе. Веселее, быстрее. Вот мы просто поборы. 170, ебать. 120, блядь, ёптай, мать, нахуй. Ты живой? Так, 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 давай садись. Последний момент заметил эту хуйню. Ограждение гребаное. Так, водичка. Я вижу, вижу, вот эти вижу ограждения. Все, норм, сейчас мимо проскочим. Опа. Красиво получилось. Это мусорка, блядь, какая-то местная. Ёп твою, смотри, точно. А что здесь нам на мусорке надо-то? Причем мы уже практически приехали. Кто-то живет. Стоп. Можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Ирис Таннер, но она все время отбрыкивалась. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала, ничего не помогало. Ответ был всегда один. Я с фиксерами не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили духи. Ну, я нос воротить не буду. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности. Я чуть, блядь, на мину не наступил, блядь. Так, ее бабу какую-то похитили, да? Таннер, лучший техник, которого я встречал с десятки лет жизни за городом. Сломалась машина, неполадки с водочистными фильтрами, генератор не тянет. Позови Ирис, и она за 5 минут решит твои проблемы. И у Ирис только один недостаток, она плохо разбирается в людях. Девочка начала работать с духами, которых залить опасно, а радовать еще опаснее. Вместо того, чтобы ей заплатить, они ее похитили. Ты спрашиваешь, зачем они увезли девочку, которая может подать сигнал бедствия даже с кастрюли? Я Дакота Смит, по прозвищу Бешеный Койот, старшая сестра клана Помо и самый опытный фиксер в пустошах, считаю, что правильный ответ таков. Они тупые! Так, тупые, значит тупые. Сейчас мы тупых будем хуярить. А, нахуй. Блять, не попал. Сука, он тоже с умным, смотри-ка на это. Готов. Главное, сзади на мину не наступить, блядь. Будет печальненько. Будет печально. Ну, по мне не попадает. Опа, попал. Где ты, пидор? Так, один бежит. Один не бежит. Там кто-то пиздит, он смотрю. О-о-о-о. Ой, а ты, блядь, борзый, блядь. У меня для себя для таких у меня есть кое-что другое. Пошел нахуй. Так, там еще один. Стоп. Что за хуйня-то такая? Крит нахуй. Сдох, что ли? Где? Так, что это такое? Какие-то штаны, блядь. А вот это что такое? Розовенькое. Все? Или еще выебываться будете? Блядь, тут все заминировано. Ну-ка нахуй. Сообщение, текила. Так, он провалился в песок. Так, я проник к духам, стоп, очень внимательно.
Очень внимательно смотрим под ноги. Как бы пиздеца не произошло. Я про мины и прочее говно. Так, это что мы взяли, блядь? Какая-то интересная винтовочка, мне кажется. Оп, оп. Слушайте, у меня патроны для снайперки кончаются, на самом деле. А где взять, не знаю. Вот, бери бутылку-то, ёпта мать. Вот, все есть. Итак. Берем, блядь, тебя. О, что-то нашли. Квазар, блядь. Ха, мужик, блядь. А, еще один. На, нахуй. А баба-то, видать, вот та вот. Так, еще что-то взял. Еще что-то взял. Духи, газетка, деньги. Духи, газетка, деньги, все. Ну что ты? О, ну наконец-то. Ирис Таннер, я пришла тебя вытащить. Надо скорее уходить. Я не могу тут бросить свою тачку. Она в гараже. Этого в договоре не было. Надеюсь, она у тебя быстрая? Нет, в договоре не было. И нет, не сказать, чтобы она быстрая. А давай это будет договор между нами. Награды не обижу. Посмотрим по обстоятельствам. Не обидишь, значит, не обидишь, значит, тачку берем. Хули нет. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Ну, сука, ну, блядь. Вот, что тут такое? Редкие компоненты предметов. Есть. Нам тут обследуют все. Тут территория-то большая достаточно. А что, вот это с открытым капотом или нет? Или другая тачка? Я бы на такой-то прокатился. Смотрим, смотрим. А где тачка-то? Или... Это она? Где у тебя тачка-то? Угора. Нет, тут мы были. Твоя, что ли? Блять, не ее. Вернуть машину Ирис дополнительно. Я не понимаю, где она находится, эта машина, на самом деле. Так, это меня печалит. Потому что здесь... Может, вот это говно? Видимо, нет. Так, подожди, подожди. Отвести риск до котик. Ну где ты, дура, блядь? А, он только стоит, что ли? Слушай, я вообще не понимаю, что происходит, ну. Вот эта тачка-то, что ли? Блять, а другой я не вижу тут. Блять, кто? Нихуя себе. Турель, блять, да ты что, нахуй? Нахуя себе. А, еще одна. Ебануться, блять. Ты должна была вытащить оттуда мою тачку. Тебе тачка дороже, чем жизнь? Да какая тачка-то, блять? Но объяснять тебе это нет настроения. Это не твоя тачка? Я бы хотела поспать, если не возражаешь. Бля, я не понимаю нихуя. Так, что за какая-то хуйня? Ох, нахуй. Садись, блядь, дура ебаная! Это не твоя тачка? Где написано, что это твоя тачка?
Блять. Нет, нет, это не ее тачка. Где же твоя тачка-то, дура, блять? Тайнер, блять. Или тачка в километре, блядь. Так, подожди. Нет, это... Сука, я не знаю, блядь. Где тачка-то твоя? Или, блядь, где? Вон мины, нахуй, там еще стоят. Ну-ка, стой, погоди, да. Пизданя. Да не из этого, блядь. Точность, блядь, просто зашкаливает. Зашкваривает, блядь. Где твоя тачка? Вы выбрали, блядь, любую, нахуй. Сейчас мы починим ее. А, ты идешь со мной? Вернуть машину. Ирис, блядь. Какую нахуй машину, блядь? Где тут ее машина? Вот это, что ли, блядь? Ну нет, мы это... Ну, та больше похожа на машину ее. Ну-ка, если я сюда сяду, что будет? Да нихуя. Я, блядь, столько времени сейчас потеряю с этой дурой, блядь. Слушай, короче, вот это... Где это говно, нахуй, стоит? Вот это будет твоя тачка, блядь, согласна? Альдердог. Тут нет другой, блядь. Иди сюда. Чё тут такое у нас сзади есть? Открыть, нахуй. Закрыть, пизду. Садись, блядь, Ирис, нахуй. А ты за мной пешком пойдешь? Мы придем с тобой к завтрашнему дню, блядь. Может, ее ебнуть? Сказать, что извините, блядь. Дакота, блядь. Может, тут, где, блядь, тачка еще есть, не? Блять, нету здесь ни хера никаких тачек. Тут мины есть, блядь. Вот, нормальная, блядь. Чё, почистить, блядь, покрышки поставить. Ну, блядь, ну, сука, скажи. Мотоцикл, давай, блядь, хуй с ним. Провалим доп. Задание до пизды. Вот мотоцикл есть у нас, да? Давай, садись. А он одноместный, блядь. Так, что здесь делать, блядь, тварь? Ну, куда ты идешь? Там что-то взорвалось, кстати, смотри, я видел. Я отвечаю, взорвалось что-то. Был взрыв. Ну что, Ирис, блядь? Где твое говно, блядь? Где твоя копейка обоссанная? Или на чем ты там ездишь, блядь? Тут что на втором этаже? Давай посмотрим. Тут везде тачки. Просто везде. Смотри, как, блядь, забрались. Я уж надеюсь, она не попрется за мной тогда. А тут тупик, да? Блядь, откуда, как ты тут взялась, блядь? Ёб твою мать. И сейчас хуй выйдем, да? Нет, вышли, смотри-ка. Так, Ирис, блядь, Ирис, нахуй. Я не знаю, какая твоя тачка. Не знаю. Давай куда-нибудь уже садись, блядь. Вот нормальная. В хорошем состоянии, блядь. Ну, короче, блядь. Мы с тобой, сука, тупая. Сейчас пойдем пешком, блядь, отсюда, нахуй. Поняла, блядь?
Иди сюда, тварь, блядь. Садись в машину, нахуй. Я с пулемета ее наложу, блядь. Тут три машины, блядь. Ну, вот самая такая... непонятная. Это вот это, блядь. С антенной какой-то ебучей, блядь. Ты серьезно пешком пойдешь? Слушай, пошла ты нахуй. О, бежит. Все, я понял. План понят. Понят. Ладно, блядь, так сзади и будет бежать, короче. Все. Вон она, бежит бегом, блядь. Она забаговала, блядь, короче, баба. Ну, сейчас что удивляться? Киберпанк, блядь. Киберпанк, мать ее, ебаный рот, нахуй, дверка открыл. О, хоп, на, все, все, в машине, блядь. Ты понял? Вот. Вот это фокусы, блядь. Так. Припарковать машину Ирис в гараже. Все, едем тогда по нормальной дороге. Я какой-то кустик задел, блядь. Я деревья тут, камни сношу мотоциклом, блядь. И какой-то кустик задел. Ну ладно. Ладно. Телепорт открылся зато у нас. Все прекрасно. Все отлично. Видели, как она на ходу запрыгнула? Такого в Голливуде, блядь, даже не придумали бы. Где гараж-то? Где вход-то? Точнее. Ну конечно, давай, при напролом. Пошел ты, блядь, козел. Где? О! А, нет? Не понял. Че, моя сестра? Дакота, как просила. Вот тебе Ирис Таннер. Сестра. Не свисти, поняла? Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать, и будем в расчете. Ну, вижу, вы найдете общий язык. Спасибо за все, Ви. Надеюсь, и я тебе однажды пригожусь. Только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Хм, Ви не о чем беспокоиться. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Я слушаю. Расскажи мне о пустошах. Я смотрю, у вас тут никакой движухи. Это ты зря. Надо только открыть глаза и уши. Пустоши — это экосистема. Кочевники, стилеты, корпорации, бродяги. Вместе они образуют единый организм. Убери одно, и баланс нарушится. Ты все это время здесь сидела? Обалдеть. Так. Я, кстати, там деньги спиздил. Ты! Багованная пизда, блядь, а? Сколько, сука, нервов ушло. Поговорить с тобой больше не о чем, я понял. Машину-то мы вернули все-таки? Выйти из мастерской. Забрать доп. Награду. Нет, все-таки машина, скорее всего, ее. А как забрать доп. Награду? Вот, ну-ка, подожди. Ви, привет, это Таннер. Спасибо, что помогла с машиной. Я там закинул тебе кое-что в почтомат у Сансета. Так что, думайте, теперь мы в расчете. Удачи. Так, сохраняемся. И до почтомата уже будем добираться в следующей серии. Ох, бляха-муха, сколько нервов ушло, блядь. Все, с вами был Малдер, всем спасибо за просмотр, до новых встреч и всем пока!